Значит, еще один. Вот такие ловушки стоят против медведки. Вот такие они везде. Вот. А вот ее нора. Потому что вот этот баклажан был съеден. Эти еще живут, но не факт. Может быть, уже тоже на начальной стадии погибания. Вот. Сейчас мы попробуем вылить ее подсолнечным маслом или водой. Чуть-чуть залью. Подсолнечное масло, чтобы ей интереснее было, пожирнее, чтобы она себя чувствовала. Доливаем и ждем. Теперь доливаем воды в подсолнечное масло. Я бы бензинчику налил сразу. Ну, это лишь экология. Ну, что-нибудь горючего. Спиртика. Может, она уже в другой стороне где-нибудь. Мы будем лить сейчас, посмотрим. Там тоже какой-то это самое. Ну, она туда бежит. Пусть бежит, пусть бежит. Сейчас посмотрим. Они настолько противные, что их, я, честно говоря, испугался первый раз. Я даже не мог ее убить. Потому что она настолько как насекомое и животное. Животное-насекомое. Водоплавающая, летучая, ползучая и какое еще? Летать может. Ну да, водоплавающая, летучая, ползучая и... землеройная. Как червяк, как мышь, как птица. Ага, красавица, появилась. Ну пойдем. Что будем делать-то? Так, не понравилось масло. В масле же вся, да? Угу, да-да-да. Масло ей масло не ее вроде убивает. Сейчас налью на нее чуть-чуть. Ну-ка, давай замаринуем маслицем ее. Так, скользим. Еще одна, по-моему, нет. Это туда масло просто зашло. Не, туда масло, я сюда еще сейчас ливану. Масло где? Гнездо. Может, там маленькие. Ну, вот такой вот зверь, медведка. Хоть баклажаны выкапывай. Тебе и масла не жалко даже на такую красавицу, да? Ну. Что, задохнулась она или что? Должна сдохнуть, не знаю. Из-за масла? Угу. Может быть, сенсерос, фуэго. Вот. Там недалеко ручей, а здесь вот любители поплавать, полетать и покопаться, сейчас покушать корни баклажанные. Два уже съели, вот он пустой. И тут где-то еще один стоял, уже нету, убрали. Все? Нет, не все. Ну-ка, пробуй ее. Точно? Задыхается, да? Ну, вроде задыхается. Что-то у них какая-то система, видимо, обмена. Ну. Пробуем брать пробу грунта. Так, корешки. Никого нет. Что-то тут пошевелилось какая-то зараза. А, это червяк. Все шевелится, червяки тоже. Это да. Червяк, ничего страшного. Может, и там дождевой червяк шевельнулся. А, во, смотри, еще одна. Где, сырый порезал? Вот она, нет, вот. Где? Ой, вот она, точно, красава. А ну, жирку ей допадай. Думаешь? Конечно. Смотри, видишь, назад вылазит. Замаринованные. Да. Так они, значит, живут семьями. Да. Получается. Ладно. Тук. Туда я нафиг.
Две. Так. С одного поля две. Так, надо норку искать, по норке. Будем искать колонию, поселение. Так. Где-то еще норка. Вот тут у тебя уже это масло, как его, нефть. Идет из земли. А, ну вон видно, да-да. Ага. Что, еще одна? Не-не, там нефть. Сейчас. Главное, здесь копал, когда? Не было ни одной, не попадалось. Когда копал, не будет. Это специально надо, как сейчас, чтобы снимать оливучину. Ну вот видишь, это пошла. Жир пошел, да. Да, значит где-то... Нора оттуда, считай, идет туда. Это получается, значит, кто из них хапнет, да, чуть-чуть да. Жирку, те там и останутся под низом. Но. А кто сможет выбежать, те выбегут. Ну, такая зверюга интересная, да. Первый раз такое вижу. Кто их первый раз видит, тот пугается. Или кто не знает, не поверит даже, что такое животное есть, да? Но. А тут действительно такое есть. Съедающие, сжирающие все корни. И да, вот там сегодня вытащили баклажан, может быть, уже который не смог бы оправиться даже. Вот значит, так на охоту надо ходить, норку ищешь и потом рядом льешь нефть.